22 ноября президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Финляндской республики в нашей стране Кирсти Нарынен. Посол Кирсти Нарынен передала главе государства приветствие президента Финляндии Саули Ниинистё и вручила верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана выразил признательность за приветствие президента Финляндии, просил передать и его приветствие главе финляндского государства. Президент Ильхам Алиев напомнил о двусторонних встречах с президентом Финляндии и встречах с ним в рамках международных организаций. Глава государства подчеркнул, что ситуация в регионе изменилась, появились широкие возможности для регионального сотрудничества. Посол Кирсти Нарынен сказал, что между нашими странами есть много схожего, отметила возможности для расширения связей. Посол высоко оценила успешное председательство Азербайджана в движении неприсоединения. На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, мира и стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.